А в Саратовском музее-усадьбе Николая Чернышевского появилась выставка, которая называется «Тургенев. Русский писатель на рандеву». Она посвящена 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы. В основе новой экспозиции материалы из фондовых коллекций усадьбы, в том числе первые издания книг Тургенева, журналы с его произведениями, изданные при жизни писателя, редкие фотографии, литографии и гравюры XIX века. Несколько экспонатов, страницы, рукописи и писем широкая публика увидит впервые. Среди них письма Тургенева к Пыпину, переписанные дочерью Пыпина. Эти документы предоставлены Государственным литературным музеем Константина Федина, поскольку Тургенев был знаком едва ли не со всеми выдающимися людьми своего времени – писателями, художниками, общественными деятелями и в России, и за ее пределами. Его переписка не только воссоздает образ писателя во всем многообразии житейских и творческих проявлений, но и многое рассказывает о современниках Тургенева и о том времени, которое их объединило. Особое внимание авторы экспозиции уделили взаимоотношениям Тургенева с Некрасовым, Добролюбовым и Чернышевским.